Где же? На следующий концерт! Или... Марокко! Может быть... Сенегал? Или... Франции? Может быть, это... Уганда? Так, ну где же? Хо-хо! Шрек, привет! Привет! Я с ослом пришел. Это осел, который не даст мне покоя. Так поможем мы скутеру или нет? Ну, конечно, поможем, осел. Мы других звали. Да? Кого мы звали? А, кто к нам пришел? Сейчас посмотрим. Private. Привет! Пеппа Пик, Джордж Пик, Дэдди Пик. Ну что, поехали, поможем этим скутерам, что ли? Свайпер, The Fox, Дора и Бутс. Слышали, ребята? Нужно найти страну, где будет концерт группы Скутер. Смурфет. Скутер, my loving, Мастер Тайгресс. Ну, вообще-то мы тут заняты, мы тренируемся, да. Мастер Монки. Я тоже. Ну, давай, только быстро, да? Скрет. Нет, не помогу, это мой желудь. Еще желудь отнимут. Томас. Я готов отвезти вас куда угодно. Питер Пен и Динь-Динь. Ну, фея Динь-Динь. Поможем скутеру. Поможем, Питер Пен. Так, махнем волшебной палочкой. Сколько нас тут? Двое. И послушаем песню номер два. Вот. Лица. Ух ты! И катится голубой Томас. Да! Я готов катиться. Куда же мне катиться? Наверное, в Марокко. Марокко, первый бал. Ого, круто. Все, я покатился. Ну вот тут мы читали книжку про великого Македонского. Он тоже сражался. Мы тоже хотим на тренировке сражаться, как Македонский. Катапульты выпускал Македонский. Денег считал. Защищался он. Потому мы и тренируемся. Да, мы тренируемся. Чтобы быть крутыми, как Македонский, который говорил все время страну Марокко. Он кричал Марокко. Марокко, второй бал. Я, йо-хо, чу. Марокко, второй бал. Ой, ребятушки, для вас я даже готова послушать песенок. Сколько у меня там букв? Девять. Песня. Девятая. Станьте, дети, встаньте в круг, встаньте в круг, встаньте в круг. Жил на свете добрый жук, старый добрый друг. Никогда он не встал, не кричал. What is apple? Apple. Какой apple? Не яблоко, а круг. Круг. Поищите на флагах круги где-нибудь. Ох, ну посмотрим так. Тут звезда у нас. Тут тоже у нас звезда. Франция тоже. О! Уганда. Уганда, круг есть, да. Первый бал, Уганда. Ну, я же говорила. Я не пойду никуда. Я боюсь. Я только что сорвал тебе цветочек, а там... Монстр. Там монстр. Я боюсь. Я не пойду. Бутс, а ты?
Я тоже не пойду. Я только что была на ферме, там... С кучкой рябы. Да, там куры, там... Там собачки были, гоняли меня. Ну что же тогда будем делать с вами? Спать пойдем! А то стресс был очень большой. Да, лентяи, лентяи. Зато мы не лентяи. Мы... Ну? Ура! Ура, ладушки! Ладушки! Кашка! Брошка! О, поехали к бабушке! Поехали! А где же живет ваша бабушка крутая? Э? Во Франции. Во Франции? Там шампанское еще дают. Круто! Франция! Первый бал! Так. А я думаю, что нужно отправиться, где солнечная погода. Не, пингвины не любят солнце. Мы все равно пингвины. Солнечно, да где солнечко? Ищите солнце. Ох, я же растаю. А мне все равно. Солнце ищите. Солнечный сигал, первый балл. Солнечная Марокко, третий балл. И солнечная Уганда, второй балл. Ясно? Ничего, я сейчас своих братьев позову. Разберемся с вами. А помнишь, Рек, как мы катались на яхте Врунгеля? Помню, как мы всех... Крокодилов изгнали. Да, за борт кидали. Вау. Ух ты, круто. Куда же яхта Врунгеля направлялась? Марокко. Марокко. Четвертый бал Марокко. Ну что, фея, еще раз? Давай еще раз. Давай-ка слетаем. В первом Простоквашино. Да, там Матроскин как раз на молочка подготовил. Да, специально Питера Пэна. Да, ешьте и пейте только молочную продукцию комбината Простоквашино. Конечно же, полетели. О. Ну, Томас, а какие твои любимые цвета? Красный, синий, желтый. Черный и серый. А, значит, ищем флаги, где красный, синий. Цвет. Марокко. Марокко. Пятый балл. Сенегал. Сенегал. Второй балл. Франция. Второй балл. Уганда. Третий балл. Все подходят. Ну, тогда я не знаю. Сами выбираете. Короче, скрыт, если не выучишь азбуку для нас, для скутера, мы у тебя отберем желудь! И отдадем к Мэнни Сиду. Нет, я готов. Фея! Сказочная Франция, третий балл. Страшила. Ну нет, туда нет, там страшно. Мамонтенок. Какие мамонты? Ты хоть сам мамонта видал, Скрэт? Да, Мэнни Мамонт. Но это только в мультиках. Умка. Да. Ладно, бери свой желудь и вон отсюда, чтобы не видели тебя. Я устал. Идем-ка мы спать. А потом проснемся, еще потренируемся. Бестолочи, а помочь? Некогда нам. Нам спать пора.
О, круто! Ух ты, прокатите меня на самолете! Да. Но и на чем мы полетим? Дозаправщик. Дозаправщик. Куда же мы на дозаправщике полетим? В Уганде, в Кампала. Уганду, Уганду, там птичка красивая. Ладно, четвертый пал. Ура, ура, ура. Так. Так, Буц. Да. Готов ли ты выучить азбуку? Да, Дора, готов. Ускорение. Ускорение. Да-да, ускоряйтесь. Faster, harder, scooter. Молния Маккуин. Ага, быстренько, быстренько. Молниеносно. Салли. Флаг. О, флаг, французский флаг. Четвертый балл. Франция. Ура! Пока-пока. Ага. Ага. Да-да-да-да. Идем, 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 идем. Все, пошли. О. Пеппа, ты куда поехала? Гости к Маше. Ну, там же лес. Там лес, там медведь злой. Ну тогда, тогда поехали в гости к Барбоскиным. Для звезды главное внешность. Да, там лучше, там нету злого медведя. О, я хочу с тобой в футбол поиграть. Папа, папа, могу я с дружком в футбол поиграть? Конечно, Джордж. Иди играй с дружком. Ну, дружок, где же живут самые крутые футболисты? Например, Роналдо из Португалии живет. У Португалии нет у нас тут. Ну, тогда... Тогда французы, чемпионы мира все-таки, как-никак. Франция, пятый балл. О. Так. Где твои пингвины? Нету пингвинов. Никто не идет тебя спасать. Но они, наверное, на космосе. Планетариум ушли смотреть на звезды. Смотреть на настоящую Луну. И смотреть настоящую созвездие Малой Медведицы. И настоящего метеорита. Эх, а мне тут надо с тобой оставаться. В флагах! Звезды в флагах! Ладно, посмотрим, есть ли тут звезды в флагах. Так. Да, Сенегал у нас пятый балл получает. Марокко шестой балл. Вау. Круто. Так. Ну что? О, как громко было. Шрек, перестань пукать. О. Кто тут громко пукает в лесу? Дышать ж нечем. Ой, извини, дедушка Мороз. Так получилось. Вон из леса! Ладно, ладно, ладно. Фу. Фу, ты, через какой воздух плохой? Да, это Шрек тут напукал. Нету Шреку подарка, да, Дед Мороз? Да, Питер Пен. Ура! Хи-хи. Так, сколько у нас было? Двое. И Дед Мороз? Третий. Третья песня. Чищу ей шерстку гладку, гребешком приглажу хвостик и верхом поеду в гости. Вообще-то мы летаем, нам не нужны никакие... Мне нужны кони, то есть олени. Так это же лошадка, да? Ну ладно. И вообще все, дайте спать. Ну все, я готов ехать. Куда?
в стране азбуки. Ну? Утка. Утки. Нет. Мишка. О. Слон. Снегарский слон. Фея. Сказочная страна Франция. 6-й балл получает. Фастер! Халдер! Скутер! Давай сюда, Томас! Главный эксперт, я отвезу вам. Садитесь, я вас отвезу к вас главному эксперту. На стороне Монстрополис. Спасибо! Спасибо тебе, Томас! Не за что! О! Привет, корпорация монстров! Привет! Мы с Салли нашли страну. Где наш следующий концерт? Да! Молодцы, ребята, ну! На Марокко будет! Ого, Марокко! Дверь в Марокко! Итак, паровозик Томас и группа... привез группу Скутер на концерт в Марокко. Покупайте билеты.